Все, лето кончилось, блять. Начались дожди, блять. Залез сегодня в коробушку свою волшебную, блять. Волшебный сундучок, нахуй. То есть, видимо, 6202RS. Это подшипник верхнего редуктора на какой-то бензокосе заклинило, блять. И вот нашел также бэушный 6202 R6 или P6. Это все крутится, все заебись, блять. Все четко. И такой же нашел новый. Так, где тут маркировка с одной стороны, что ли? Сал какой-то. 6202, 2RS. То есть это подшипник как верхнего редуктора бензокос, также и подшипник коленвала для бензопил 45-52 куба. То есть, поскольку сегодня шпаклевать корыто не будем, решил я доехать до деревни, собрать кабачки и начать сборку бензопилы Most Garden. То есть, один подшипник коленвал там заклиненный, другой нормальный. То есть, или поменяем два этих, или какой-то из них поставлю, уже можно будет внедрить коленвал. Коленвал с бензопилы Эддон, который я покупал. То есть на пиле была задроченная поршневая. Ну, поскольку я в то время менял все и сразу. И тут старый подшипник игольчатый, палец, крышки. То есть вот эти вот крышки подшипника игольчатого не на всех бензопилах они как бы есть. Бывает просто подшипник чуть более широкий, так скажем, без этих крышки. Вот он там, блядь, бултыхается. То есть комплект пальца с подшипником, с топорами, со всей хуйней. Ну и сам коленвал. То есть работал он неделю. Не знаю, по какой причине его поменял. Возможно, просто так. Возможно, болталась корзина сцепления. Сейчас я ускрою. Ну, то есть охуительный коленвал, без нагара, без износа. Единственное, вот здесь вот такой поясочек, такая как бы накатка от игольчатого подшипника корзины сцепления. Там был маленько увеличенный люфт. То есть по этой самой причине я поменял коленвал. А так все иголки, все четко. Люфта нет, нагара нет. То есть дядя купил бензопилу, за неделю ее угандонил, бросил, начал продавать штиля. И для примера он там написал, что штиль — это техника, блять, не то что китайская хуйня. Я поинтересовался, что там за китайская хуйня у него лежит. Он сказал, что Эддон. То есть, по-моему, за косарь я ее купил, блять. Что-то он там хотел дохуя, блядь, но я его за 10 дней или за 2 недели, блядь, не помню сколько. То есть я его заебал в доску, блядь. То есть он мне ее привез к дому. За косарь или за пятихатку, не помню, блядь. Вроде за косарь, блядь. То есть этот клеван пойдет на Most Garden. Подшипники тоже какой-то из них. Возможно, два поменяю, не знаю. То есть, по сути, блядь, сегодня как бы ловить нехуй. Погода пиздец. Все, блядь, пасмурная нахуй, всю ночь дождь хуячил, блядь. Ну, то есть тот самый случай, когда у тебя есть практически все подшипники более-менее живые, остальные все выкинул, блядь. Но ты по привычке идешь в магазин, блядь. То есть сейчас нам надо заехать за растворителем, который уже 4 дня лежит на почте. 5-литровые канистры растворителя 646-го, заехать за комплектом прокладок и уже съездить в деревню, собрать там кабачки, блядь, и поставить коленвал для начала.
Ну, чтобы не пропадал день. Не сидеть в интернете, блядь. Не заниматься хуйней всякой, блядь. Провести остаток дня с пользой, так скажем.